Всем привет, друзья, всем доброго времени суток. Продолжаем проходить Marvel Spider-Man, приключения Человека-паука. Питер Паркер. Так, у нас на пути еще что-то вооруженное, горит красным. Ограбление. Так, тут замечательно справятся наши роботы. Я им чисто посодействую немножко. Я сейчас думал, все, тут подкрепление приехало. Ай, такой он живучий, живучий оказался. Это же старомодное ограбление. А вот и ваш борец с преступностью. Начинаем эту серию сразу со старомодного ограбления, как назвал его Питер Паркер. Вперед. Двигаемся дальше по сюжету. Сейчас посмотрим развитие событий. Ну а дальше будет видно, кто, что, персонажи, кем будут становиться, что будет происходить. Здрасте! Паркер! Нам есть что отметить. Отметить? Стойте. А где же руки? О! Так круто! Но как вам удалось? Внутричерепная нейросеть. Скорость нейропередачи меньше наносекунды. Быстрее передачи сигналов в мозгу, не говоря уже о внешних протезах. Все вышло, Питер. Никто не отберет это у нас. Здорово, я... Это все твои разработки в нейросетях. Но мы не проводили тестов, мы многого не знаем. Все отлично работает. Вот, посмотри. Что-то тут не то, ребята. Сильно насторожно как-то ведется Человек-паук, но в данный момент Питер Паркер. Есть маленькая ошибка. Ну вот, началось уже. Надо пробовать исправить ее. Напряжение. Думаю, это легко исправить. Ну давай попробуем, значит. Что мы можем поубирать, все убираем. И начинаем. Поворотный. Прямой. Красный. Поворотный, прямой, поворотный, угол, это угол получается, прямой. Так. Поворотный. Еще один поворот. И прямой. Посмотрим, отлично. Вышло ли. Критический сбой. Это не есть хорошо, друзья. Нет, все серьезнее, чем я думал. Так, и как это нам так поломать голову, интересно? Голову сломать. Так, ну по-любому давайте попробуем тогда начать... Через верх, я не знаю, ну, что у нас из этого всего получится. Допустим, так. Уйдем в бок. Снова в бок. Так, если еще понизить, немного ли это будет? Я уже, если честно, даже не знаю. Наверное, неправильно я все это затеял.
может... А может быть и правильно, не знаю. То же самый результат. А тут может повыше есть какие... С показателями. Так, это 3 из 5. Надеюсь, получилось. Отлично. Черт, скачок нарастает. Могу ли я это исправить? Да, можем. Я уже примерно вижу, как мы должны пройти его. Давайте начнем, ребята. Третья головоломка. Это мы все убираем, все, что можем, все пригодится. И пойдем через прямой. Здесь прямой повернем. Заглушим немножко, да, скачок. Ну, от этого и будем отталкиваться. А, все, значит, уже вот эти пошли углы. Хорошо. Прямой. Ну все, по углам у нас по нулям. То есть... Можно попробовать так. Но это скачок будет, да? Значит, нужно поворачивать и обходить это место через свой регулятор какой-то. Скачок. Тоже скачок. Хорошо. Значит, будем пробовать от красного отталкиваться. Сейчас мы доведем уже до конца. Ну уже. И отлично. Ну, вроде все уже вопросы мы решили. Еще 2. Плохо дело. Доктор! Доктор, кажется, я нашел проблему. Везде есть проблемы, если поискать. Но Фортуна улыбается смелым. Пора показать миру наше творение. Отто, нейросеть не влияет на двигательные нейроны. Она может затрагивать другие участки мозга, подавление эмоций и... Думаю, нужно еще несколько тестов. Нет уж, довольно тестов! Впервые в своей жизни я не чувствую себя неудачником. Лишь самим собой. Отто, вы не неудачник. Но эта штука может повредить ваш мозг. Прошу. Да. Да. Не волнуйтесь. Мы сможем. Я продолжу. Поищу ошибки. Иди. Иди. Вы точно в порядке? Да. Спасибо, Питер. За все. Центрального вокзала, где мэр Осборн готовится выступить перед СМИ. Мартин Ли наконец-то арестован. Я держу слово, которое дал этому городу. Скоро жителям Нью-Йорка предстоит сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Не забудьте о том, что я сделал, когда придет пора голосовать. Сейчас мы в большей безопасности, чем когда-либо. Ложь! Ты не знаешь, что тебя ждет. Ну вот и произошло перевоплощение
Из доктора Октавиуса в злого доктора Октавиуса. Еще одним злодеем стало больше, значит, еще одним противником в игре будет больше. Хорошо. Смотрим, что дальше нам покажут по сюжету. Сейчас мы нам еще, наверное, уровень же дадут за прохождение очередной сюжетной миссии. Как там Майлз? Привет. Привет, Майлз. Я просто хотел спросить, что ты думаешь насчет новостей Али. Смотри, если ты больше не хочешь там работать, мы с Мэй поймем. Я хотел уволиться, как услышал. Но вспомнил, что говорил папа. Герой — это просто человек, который не сдается. Верно. Если предположить, что он прав. Я устроил тебя туда, но не надо оставаться там через силу. Люди здесь, они не виноваты в том, что сделал Мартин Ли. Им нужна помощь, я им помогаю. Думаю, папа хотел бы, чтобы я остался. Он бы мной гордился. Да, я знаю. И еще, Майлз, я тоже тобой горжусь. Захочешь поговорить, звони. Спасибо, Пит. Мне пора. Мэй дала список того, что нужно купить. Пока. Всем постам. Люди заблокированы в машинах. Так, друзья, сейчас был разговор Питера Паркера с Мартином. Поздравляю. С Майлзом, вернее, не с Мартином. Вот. Мы взяли его. Извиняюсь за спойлер, да смотрите игру я до конца. В последнее время ты работаешь совершенно на износ. Тебе бы отпуск взять. Я не очень люблю путешествия. Но когда разберемся с оставшимися людьми Ли, я на отдых. Без самолета, без чемоданов, просто долгий сон. О, ты знаешь толк в отдыхе. Но какой бы ветер ни надувал твои паруса, ты это заслужила. А что тут происходит? Никого нету. Ну, прикольно, такого еще не было ни разу. Может, я что-нибудь не то делаю? Исчезло. Ну, никого не было, исчезло. Что говорил? Извиняюсь за спойлер, смотрим игру до конца. В конце будет очень интересное перевоплощение этого темнокожего паренька. Кем он станет, добрым или злым, смотрим до конца, друзья. А мы вернулись, собственно говоря, к тетюшке Мэй. Тетюшка Мэй работает в этом, собственно говоря, приюте для бездомных, где временно сейчас тоже работает как бы и Питер Паркер, и вот этот темнокожий парень. Я думаю, что у него не последняя роль будет в этой игре еще. Питер! Ты как? Ах, справляюсь. Мне не очень нравится, что ты теперь всем тут заведуешь одна. Людям нужно помочь. Если я не досплю 2 часа, ничего. Были новости от мистера Ли? Нет. Но известный мне Мартин так бы не сделал. А то, кем он стал, не тот, кого я хочу запомнить. Так, как у вас там с Энджей? Она... Это там все сложно. Честность. Вот что помогало нам с Беном в трудные времена. Трудные времена у вас? А то. Особенно в твоем возрасте. Так ты... Честен с ней. Она знает о тебе все. Эй, погромче! Хочу послушать! Представитель полиции подтвердил, что это был тот самый грузовик, который перевозил устройство, примененное при атаке, на центральный вокзал. Ах, конца не видать. Ах. Питер? Снова произошло нападение на грузовик, перевозивший эту, собственно говоря, опасную жидкость какую-то. Что за субстанция, неизвестно. Единственное, что она опасна очень. Вот, ее все боятся. Ее периодически похищают на протяжении всей игры.
То ищут, то похищают. Так, двигаемся дальше. Вот она бы. Оставьте сообщение. Юрий, ты где? Позвони мне, как получишь. Надеюсь, дыхание дьявола еще там. И под охраной. Если демоны добрались до грузовика, беда превратилась в катастрофу. Пролетим немножко вдоль моря. Посмотрим. Красота какая. Вдоль набережной так пролетим. Можно, наверное, повыше немножко взлететь, я думаю, да, друзья? Потом мы все в деревья. Такое чувство, что ударяемся. Тут отсюда тоже прекрасные виды открываются. Мы почти добрались до нужного нам места. Приземляемся. Берем сразу жучков на всякий случай. Ну что, друзья, не забываем подписываться на наш канал, ставим лайкосики, пишем комментарии. У нас постоянно выходят видео на нашем канале на разнообразные игровые темы. У нас есть более серьезные проблемы. Райкер! Надо спешить. Прыгай! А сегодня мы играем в Marvel Spider-Man. Приключения Человека-паука. Все корпуса взломаны. Еще пара минут, и все зэки с Райкера окажутся на 5-й авеню. А что, плот? В порядке. Там особый режим, усиленная охрана и отдельное энергоснабжение. Это хорошо. Что с дыханием дьявола? Соболь разбирается. Ты им доверяешь? А у меня есть выбор. О-о. Зря не пристегнулся. Он его даже не поймал, ребята, прикиньте. Он его выкинул, просто даже не припечатал. Так, я сразу же выбирал робота, все правильно. Ними, ну я же робота. Их нет, блин. Тогда берем. Он или мы? За ним! Разгоняемся над ними. Ладно, поприкалывались над этими зэками. В плане побега сильно не хватало плана. Еще что мы можем? А вот и робот появился. Все, разбирайся. Есть еще кто? Черт, они вскрыли оружейную. Это плохо, ух, да? Кажется, плохо. Это значит, что у некоторых зэков теперь есть гранатометы. Да, это плохо. Займусь. Вот это уже значит, когда гранатометы появляются. Вернитесь в камеры, ведите себя хорошо, и мы закроем глаза на все это. Слушай, ты гранатометчик, иди-ка покури. По красоте. Этот у нас воздух отправится. Еще несколько были во дворе. Кто вообще додумался принести гранатометы в тюрьму? Ответь! Это сержант Хенсон. Есть кто-нибудь на канале? Это капитан Ватанабе. Где вы? Щитовой. Крыша возле корпуса Д. Пытаюсь восстановить питание. Это ваш вертолет? Да, мой. Что здесь? А сюда мы шокер, давайте, в толпу. Сначала вырубился ток, а потом начался ад. Держитесь, мы идем к вам. Еще чуть-чуть, пару ударчиков, отлично. Человек-паук, поднимешься на крышу? Там полицейский, зовет на помощь. Уже иду. На крышу. Я-то подымусь. Тут слабо зэков нормально, а еще?
Ладно, пошлите на крышу. Ты не очень аккуратно я так это сделал. Кто-то застрял за этой дверью. Ну, нахватался. Давно не пользовался своими помощниками. Сколько? Два? Достаточно будет. Чтобы просто разобраться с толпой. Они уже здесь! Соберите меня отсюда! Они идут! Где все наши? На меня тут напали! Очень сильно облегчают прохождение, конечно, эти роботы. Помоги там! А я пока что займусь электричеством! Да, уже иду. Все, пошли в дело мои дроидики. Так, тут два здоровяка, против них будет хорошо вот эти поднятие в воздух. Нет, здоровые. Ладно. Ну, насовывает. Слушайте, что-то у меня... Они вообще сильно прижали тут. Надо уложить их всех. Надо уложить их всех, конечно. Так, связали его. А теперь можно его запустить в полет. Конечно же может. Внимание персоналу! Нарушение. Это уже в брониках прибежали. Откуда зэка в бронике? Что тут происходит вообще? Снайперы, стрелки какие-то. Разобраться. Знаешь, он это довольно-таки сильно успокоило, говорит. Их-то осталось совсем мало, но еще парочка есть. Ну и кто ж там, наверное, сбегают-то все в подряд, да? Самое смешное то, что, друзья, в этой тюрьме находились еще и помимо Фиска, помимо пойманного мистера Ли, много других преступников, таких как Носорог, Скорпион, Электро. Ваши права и страховку. Кажется, нам удалось вернуть контроль над ситуацией. Ты вроде говорила, что плод в порядке. Был. Идем. Может, все не так плохо, как кажется. Оптимистка. Мой опыт подсказывает, если с виду плохо, на деле еще хуже. Берегись! Юри! Я падаю! Держись! Ну что, спасли мы Юрия или нет? Как вы думаете? Я думаю, что все хорошо. Порядок? Обошлось, да. Все. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Кажется, нас отпустили досрочно! Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью.
Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и запрете за собой двери. Пожалуйста. Ладно? Я думаю, что они не сильно на это поведутся. Потому что это, видно, самые злостные нарушители, которые здесь есть. И Электро себе набирает подмогу. Ибо если нас много, победить нас тяжелее. Синеголовы. Так, с этими зэками мы разобрались, в принципе, и без помощи наших роботов. Основные генераторы отключены. Подключение аварийное. Звучит жутковато. Привет, носорог! Скучал, носорог Электро. Крис? О чем это он? Так, не понял. Сорян, друзья, что-то я застрял. Блин, лажа. Вот. Эй, что там у тебя? Раскочили. У меня? Я заперт в тюрьме со всеми, кого отправил. Неужели мне повезло? Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону. Да! Так, а у нас еще один противник появился. Потеряла тебя на секунду. Все в норме? Не совсем. Нифига не в норме, ребята. Давайте-ка роботов выпускать. Система слежения вот-вот заработает. Я сообщу. Я продолжу следить за Электро. Что, мы здесь со всеми разобрались уже? Все дело сделают роботы, да? Фух. Так, дальше догоняем Электро. Эй, Человек-паук! Мне казалось, это погоня! Ну да, видно, я от него подотстал-то хорошо. Догоняем. Тебе меня не остановить! А твои попытки мне сняты! Если скажешь, на кого работаешь, я буду помягче! Почему никто никогда не соглашается? Ой-ой-ой. Что тут происходит? Какие разрушения? Попался. Да не тут-то было. Давно не виделись. Мы хорошо повеселились. Прости, нет времени. Да, согласен, нет времени, друзья. Что видишь? Что здесь у нас? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включая Мартина Ли. Теперь по городу шастают 5 твоих злейших врагов. Да. На секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Шуточки? Мне пора. Кое-кто из них отправился. Блин, а как так? Я в воду упал. Бред какой. Это не очень-очень весело. Вот это заруба. Уходит, уходит. Уходит, уходит. Ничего это я не бегу.
Давай догонять. Пропустил. Электро, стой! Успел. Как тебе мой новый костюм? Блестяще. Где ты его взял? Только для членов клуба. Ой-ой-ой, все вместе, все на паука. Что же мы будем делать? И мистер Ли подтягивается. Скорпион. Носорог. Как зовут Крылатого, пишите в комментариях, я не знаю. Если хотите. Мы точно не желаем. Ну так мы очень неплохо держимся, я хочу сказать. До поры до времени. Нифига себе, ребята, поворот событий, я хочу сказать. У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед! Они собрались все вместе и просто нокаутировали Человека-паука. Он лежит без сознания на бочке в воде. И как так? Позитивный герой, положительный, потерпел поражение. Но мы не сдаемся, я так понимаю, продолжаем проходить Marvel Spider-Man. Столько лет, столько лжи. Но все, Норман, они узнают правду. Так, все-таки дыхание дьявола было выпущено. Геноцид населения Нью-Йорка просто устроил доктор Октавиус. Причем раздав каждому из злодеев по какому-то заданию. Ну что, друзья, готовы остановить каждого? Победить доктора Октавиуса. Тогда смотрим дальше прохождение Marvel Spider-Man. Мы все хорошо? Да, в порядке. Можешь раздать вот эти. Конечно. Но работа над лекарством от этой смертельной инфекции ведется круглосуточно. В городе соблюдается жесткий карантин.
Соболь Интернешнл контролирует все въезды и выезды из города. По всему городу полиция и агенты Соболя ведут бои с беглецами с флота и острова Райкера. А в это время мэр Осборн заявил, что именно Человек-паук виновен в побеге и в инфекции, охватившей весь город. Он объявлен в розыск. Но его вину нужно доказать. Многие считают, что мэр просто отводит от себя подозрения, ведь согласно последнему эксклюзивному репортажу Bugle, вирус был получен в секретной лаборатории Оскорб, находящейся на Манхэттене. Мэр Осборн настаивает на том, что в Оскорб также выключи были разработки вакцины, но пока что никаких доказательств тому не было представлено. Замечательный сюжет, держит постоянно в напряжении, друзья. Разработчики приложили много усилий для того, чтобы так здорово развернуть события в этой игре. Доктор Октавиус. Нас отшептали. Как я это допустил? Мне звонили из больницы. Говорят, ты ушел до выписки. Нужно вернуться к работе. Врачи сказали, у тебя сломано 14 костей. Это значит, что еще 192 целые. И, кстати, спасибо за заботу. Сложнее всего было спрятать тебя от Соболя. Ты теперь у них значишься как цель номер один. О, какая честь для меня. Что стало с нашим городом, Юрий? Не знаю. Похоже на конец света. Может, так и есть. Ну что, друзья, хороший процветающий город, хватило насилия, видим, что повсюду дым. Что же будет дальше в этом сюжете? Готов помочь. Хорошо. Банды сбежавших заключенных объединились и захватывают целые кварталы. Нападают на местных жителей, грабят и все такое. Я позабочусь о них. Что еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Так, покатаем мини-задание. Надо следовать за дроном. Играли в такое уже. Камеру выключил. Почти идеально было пройдено. На этот раз что-то меня колбасит, ну спрыгивай. Трэш какой-то. Совсем не получается пока лететь. Промахиваюсь постоянно. Дрон сейчас просто уйдет. Крутая шпионская камера. Так, наверстываем упущенное, потратили просто уйму времени. Десять секунд. Не прошел я, да? Одна готова. Мне не хватило скорости. Так, друзья, ну что, попробуем еще раз, давайте. Очень странно, не хватило скорости нам. Много тупил, как-то не попадал я просто. Ладно, не хейтите меня. Очень много заданий в этой игре, мы проходим со второго раза. Вот и дрон! Так, на землю нам однозначно не надо. Догоняем. Крутая шпионская камера. Так, пока нормально идем.
По-моему, да, гораздо повеселее. Одну опять упустили. Все равно что-то не очень, я считаю, выходит. Ну, получше, чем в прошлый раз, однозначно. Просто такие перепады. Теперь можно поймать дрон. Где он? Я должен спешить. Есть. Был близко. Ну, в принципе, тоже нормально. Сойдет. Что еще тут есть интересного? Побегаем по второстепенкам немножечко. Юрий, с беглецами я разберусь. Что у тебя там еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах. Не даем мы послушать Юрия. Еще одно второстепенное задание. А, оно уже выполнено. Юрий, Sorry. С беглецами я разберусь. Что у тебя там еще? Мэр разрешил Серебряному Соболю все, чтобы поймать Ли и Октавиуса. Так что она без разбора хватает людей и удерживает их на базах по всему городу. Я слышала даже, что ведутся допросы с пристрастием. То есть... Так, такое мы уже выполняли, только что не хочу. Не волнуйся, я в деле. Это наш город, Юрий. Пришла пора вернуть его. Отлично. Мои ребята выслеживают суперзлодеев. Как станет что-то известно, я сообщу. Пока что просто постарайся навести порядок. Лагерь заключенных. Как вам такое задание? Да не попадете вы. Самонаводящимися ракетами стреляют, вы поняли? Идем в лагерь заключенных, посмотрим, что такое. Ну и дальше будем направляться потом по сюжету. Сейчас начнем с лагеря заключенных. Осмотреться. Устроили массовые беспорядки. Нужно подкрепление. Барабаньки. Зарываемся. Юрий, я заметил банду беглецов с острова Райкера. Они тут, похоже, плотно засели. Я пошлю отряд. Но со всем этим сумасшествием не знаю, когда мои люди туда доберутся. Не хочу гадать, чем эти парни планируют тут заниматься. Я разберусь. Выключаем. Выключаем этих парней один за одним. Но я думаю, это же не все парни. Мы еще кого-нибудь увидим. Как-то странно. А, вон они, вижу. А вы так ничего и не поняли. Это все, что ли? Что маловато будет? Обычно тут парней-то побольше. Что это? Ну мы их-то очень четко вырубаем. Так что они нас просто не успевают заметить. Пожалуй, все, наверное. Или еще волна. Эй, куда он делся? Сладких снов. Это тот, его там паука никто валить не будет. Сейчас будет валить вас, паук. Помощники мои пошли. Они паука собрались валить, слышишь? Я на такое не подписывался. От этого не уйдешь! Помощнички. Теперь дроны! Дерьмо! Вот, я с вами полностью, ребят, согласен, что когда я выпускаю дроны, так, вам вообще не до смеха. Бежать. Спать будете в две смены! Совсем не до смеха он становится. Спустите его сюда!
Так, там ребята с гранатометами. А, я не успел придумать шутку. Давайте вы пока уйдете, а потом зайдете да, да, еще да. раз. Так, дроны. Сколько еще вам сюда? Парочки хватит? Похоже, сбежавшие заключенные все еще держатся только своих тюремных приятелей. Это объясняет, почему они не объединились в одну общую большую банду. Они друг другу не верят. Это нам на пользу. Маленькими группами их проще выводить из строя и задерживать. Легко тебе говорить. Мне пора. Есть с кем еще подраться тебе, паук? Еще одного дрона. Даже здоровяки не выдерживают такого напора. Зачистка серьезная. Красава, дроны. Ну-ка еще парочку. Они сами тут разберутся. Не? Ладно, придется, значит, мне подключиться к этому делу. Подкрепление! Скольким же людям не терпится вернуться за решетку? Дроны, дроны, дроны. Электричество еще одно. К дронам подключим электрический заряд, вообще все. Не оставляем ни одного шанса. Теперь это наш город. Я видел вас здесь на крыше проблемы, друзья. Валимся вместе, он побеждает! Стоп. Есть такой нюанс. Сори, друзья. Мой косяк. Еще? Сколько вообще народу эта тюрьма вмещает? Нас все меньше, соберите! В воздухе их всех наказать. Это простые, их можно просто в рукопашку забить. Даже вот. Ага, я застрял. Слушай, друже, я застрял. Ты этим не пользуйся. Блин, ну если тут как-то много. Обычно, знаете, дерешься, так оно так не ощущается. А тут прям действительно много их, и так оно. Ну, давно не вызывали на помощь друзей. Пошли, дроны, пошли. Все. Последний натиск, наверное, уже. Я пристрелю тебя в воздухе. Гранатометчики добить. Вот тебе подарочек. Спасибо, оставь себе. Но музыка стихла, следовательно, пройдено. Присылаю уборщиков. И скажи местным, что магазин снова открыт. Хорошая работа. Нашему городу не идет быть похожим на огромный тюремный двор. Так, давайте зайдем в меню, посмотрим вообще, что мы имеем. Много повыполняли второстепенных всяких заданий. Можем прокачать воздушный поток и улучшить. Ну, я думаю, не стоит. По навыкам. Докачаем. Есть основное задание у нас. Туда-то мы, собственно говоря, сейчас и направимся. Они атакуют полицейские участки. Моим людям нужна помощь. Срочно. Доберись до точки, и я все объясню. Уже иду. Это Октавиус? Нет. Двое его подручных. Доктора мы пока так и не нашли. Скажу честно, он меня пугает. Таких умных суперзлодеев я, кажется, еще не встречала.
Да. Вот это меня и беспокоит. Вы там держитесь. Цель активна! Твою мать! Он ранен! Кто ранен? Я не ранен. Чё я ранен? Я полон бодрых сил абсолютно драться. Тебе больно? Хорошо, расскажи друзьям. Так, у нас сказали две цели. Два противника. Двигаемся туда. Я в порядке. Двигаемся по сюжетной линии. Но я волнуюсь за тебя. О, это ни к чему. В данный момент Пир самое безопасное место в городе. Чего не скажешь о приютах в других районах. Но здесь все тихо и спокойно. Надеюсь, так будет. Эти хорошо вооружены. Я зайду как смогу. Люблю тебя. И я тебя, Питер. Не попадаются они на пути нас к основному заданию, просто повсюду отряды Соболя, пытающиеся нас наказать. Контроль, мы преследуем машину беглецов. А это ужасно, что я на секунду решил дать Соболю и беглецам перестрелять друг друга. Ну да, ужасно. Лучше остановлю их. Да какой они сейчас здесь наделают делов? Надо останавливать это преступление. Ну это же не все. Отряды Соболя меня теперь надо еще перебить. Дроны. Короночка. Ну, пожалуй, наверное, все. Может, дрон кого найдет? Ты что ли? Последний. Было весело, народ, но хорошего помаленьку. Кстати, по костюмам интересно. Давайте глянем, что-нибудь можем прокачать. Посмотрим. Так. Вот такой хватает на такой костюм нам. Ну, я что-то мне не нравится. Костюм Дэдпула на Человеке-пауке. У него своя тонкая нотка юмора. Я же вроде всех перебил. Кто там по мне уже стреляет? Не поняли, что происходит? Повсюду эти солдаты Соболя, и они меня хотят все обсадить. Блин, ну тоже так на самом деле быстро все происходит, что немножко начинаешь теряться в пространстве. Так, убей его, хорош. Вы заслужили, вы ведь понимаете. Так, ладно, получили еще опыта, двигаемся. Все, направляемся. Достаточно далеко довольно-таки лететь еще. Так что давайте не будем отвлекаться. И направимся дальше к сюжету. Потому что, я так понимаю, что стрельбы становится все больше. Если на все сейчас отвлекаться, так мы будем, я так понимаю, в этом огромном открытом мире очень долго-долго летать. Повсюду самонаводящиеся ракеты. В принципе, ну вот мы и добрались. Так, капитан, я на месте. Давай. Носорог штурмует участок в верхнем Вестсайде, электро в верхнем Истсайде. Без твоей помощи нам не справиться. Выбирай участок, там одинаково паршиво. Ну что, друзья, вот нам на выбор дают пойти либо на юг, вернее на запад. Ну, два направления, запад-восток. Куда выберем мы идти? Давайте подумаем, пишите в комментариях. Может, что-то посоветуете. Ну, а на этом будем прощаться. Не забываем подписываться на наш канал.
ставим лайкосики. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. До новых серий, друзья.